посмотреть, как отреставрировали местную церковь Селикасыгыт. А потом заедем в Ачимчиру. Слушай, а он говорил Владимиров, почему он так назвал? Типа старый название? Да, Владимиров. Да, старый. Вот он, проект реконструкции, реставрации. Проект реставрации. Вот в каком состоянии было здание. Вот что у нас в итоге. Ограда из каменной кладки. Местная дорога поселковая. И непосредственно сама церковь. Первое, это что в глаза бросается, это у нас сливные стоки вот эти. Вообще не. Знаешь что, я рада, что они не коричневые. Хотя бы, да, хотя бы белые. Ну да, ну. Было там все есть. Ну тут правда мы сейчас наведем порядок, ну а что делать тут? Ласточки тут. Деревянные окна. Алтарь. О, плинтуса еще сделали. Не нужно было делать. Пластиковые плинтуса. Можно будет его? Конечно. Почему нет? Мадина. Этот звук я посвящаю тебе. Отец Ираклий, это надо сохранять. Их надо заскладировать, и они должны так лежать для истории. Хорошо, а куда бы мне их отправить? Где у вас есть хозяйственное помещение? Вообще нигде ничего тут нет. Вот только этот контейнер и все. У нас нет вообще тут никакого строения больше. Конечно, в лучшем случае они должны были быть вмонтированы в иконостас. Новый, который вы сделали. Насколько я понимаю, там опоры были испорчены у вас. А эти можно было ставить. Но если этого не случилось, их хотя бы надо сохранить. Это они 19 века. Они находились здесь аутентично, не менялись с момента строительства храма. В конце 19-го. Да. Можно найти, а если договориться, где допустим, надо с каким-нибудь найти жителем из этого села и остановить у них. Хорошо, но он должен гарантировать сохранность этих реликвий, которые...